В Астане уже в 11-й раз проходит международная выставка и конференция по охране труда и промышленной безопасности «КИОЖ-2023». Золотым спонсором и активным участником которой является компания «ArcelorMittal Темиртау». КИОЖ-2023 – это не только масштабная выставка, но и единственная в Казахстане специализированная площадка для обсуждений и встреч, обмена опытом и знаниями, демонстрации последних достижений в области охраны труда и промышленной безопасности. Главная задача конференции – открытый диалог и обмен информацией между правительством, работодателем, предприятиями и работниками. Особое внимание посетители диалоговой площадки уделили стратегической сессии, участниками которой выступили заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алтай Кульгинов и министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова. Необходимо усилить государственный и общественный контроль в трудовой сфере. Особая роль должна быть отведена общественному контролю. Это показатель уровня взаимодействия и социального диалога между работодателем и работниками. Поэтому нам необходимо масштабировать лучшие программы, такие как народный контроль, реализованных 245 предприятий и концепции нулевого травматизма, Vision Zero, участниками которой стали порядка 425 предприятий. В ходе сессии обсуждались тренды охраны труда на 2023 год, тенденции корпоративной культуры и ключевые риски безопасности. Представлено очень много разнообразных продуктов, инструментов. Все это очень интересно. И, конечно же, на этой выставке сегодня участвуют не только какие-то первые руководители подразделения и так далее. На этой выставке, наверное, впервые участвуют и наши рабочие именно с площадок, чтобы они посмотрели, что это такое, как это можно применить и использовать в тех условиях, в которых они сейчас работают. И улучшить эти условия, самое главное. Есть интересные предложения, конечно, все это надо пробовать, испытывать. Есть интересные предложения и в предсменном контроле, есть интересные предложения и в СИЗах, и инструментах, и в других наборах. Поэтому, конечно же, всегда интересно какие-то новые вещи попробовать. Насколько они подходят, это уже покажет время. На стенде акционерного общества ArcelorMittal Темиртау участники конференции могли познакомиться с тем, какие шаги предпринимает компания для минимизации рисков производственного травматизма. Здесь наш стенд представлен. Показано самое современное оборудование, это позиционирование по шахтам. На этом оборудовании проходят тренинги наши ребята, когда проходят обучение в АРОПе. То есть очень наглядно, очень полезно, то есть все ситуации показывают, все оборудование и так далее. Кроме того, на стенде акционерного общества ArcelorMittal Темиртау посетители выставки могли изучить ассортимент спецодежды, выпускаемой TAA, корпоративным поставщиком спецодежды для металлургов и шахтеров акционерного общества ArcelorMittal Темиртау. Это главный аспект предоставления качественной спецодежды, которая будет соответствовать всем заявленным требованиям для того, чтобы обеспечить жизнесохранность сотрудника. Представители акционерного общества ArcelorMittal Темиртау приняли участие в бизнес-встрече «Корпоративный опыт как фактор развития культуры безопасного труда», «Форсайт-сессии. Модель развития профессиональных компетенций», «Заседание круглого стола. Превентивная медицина. Основа профессионального здоровья». Брифинги, круглые столы, панельные и стратегические сессии – все это лишь малая часть программы конференции «КИОЖ», лейтмотивом которой в этом году стала тема трансформации охраны труда и техники безопасности на производстве. Всего в Международном выставочном центре «Экспо» свои стенды представили 35 компаний из Казахстана и России. Будем нас фотографировать, фоткайте, пока он еще со мной. Анастасия Ходорева, Андрей Обуховский, новости Темиртау.